чем проблема? Ну, проблема в том, что чувашские номера пытаются выгнать с Нижнего Новгорода. Давайте проверим. Ну, я от одному объясню. Ты меня повезешь за 100 рублей на автозавод? Как не будет, он же меня везет. Да он же меня везет. Он меня за 100 рублей везет. У него спроси. Вот он перед тобой стоит. А? Друг твой. Вы знакомы, что ли? Конечно. Так а что ты сразу не мог сказать? Так я и сказал. Тут один сначала перекрыл. Все правильно, пусть снимает. Зачем? Как это? Пост ВКонтакте сделает, а завтра посмотрим все дружно. Ага. Лайки, хорошо. Конечно, это самое прикольное. Так, друзья, вообще бесплатно нужно возить. Я ему так начать могу. Я тебе больше скажу, он тоже человек, и он тоже хочет кушать. Так же, как и остальные понятно. Все чуваши, они тоже люди и хотят кушать. Это все понятно. Ну вот. Все понятно. Хорошо, ну, нужно работать там, где умеешь работать, правильно? А? Мы же к ним не влезем, чуваш, правильно? Вот. Так а что вы? А что вы туда не рванете? А зачем? Зачем вам это надо? Смотри, у меня ведет такой пацан. Поехал. Ему подошли и сказали, а знаешь, что? Не дай бог, хоть один. А в чем предъявы-то, товарищи? А в чем предъявы? Ты говоришь, здесь остались. Знаешь, что предъявы? Вот у вас ну, снижено сейчас, работают в Чувашии эти водители автобусов. У вас свои дела. Представляешь, что в чем предъявы? Их там ёбнут просто. Ну, собственно, в чем предъявы? В том, что чувашские номера, что ли? Да, из-за чувашских номеров мы узнаем, да. А дальше ты что? Я тоже ВКонтакте задумал. А дальше что? Ничего, просто. Чувашский номер, а дальше что? Ничего. Предъяв в чем? Тебе мне конкретно объясни. Ну тебе предъяв в чем? Мне? Это человек со стороны. Мы разбираемся сами. Вы как клиенты, окей, вас это не касается. Окей, я нейтральный человек, я просто хочу разобраться. Вы как клиенты, вас это не касается, понимаете? Предъяв в чем конкретно? Конкретно. Вас еще раз говорю, это не касается. Вы как клиент, вас не касается. У вас какие-то внутренние терки, да? Внутренние, конечно. Да. Так внутренние терки где нужно решать? Что? Здесь? Конечно. По всему городу. Прямо здесь, да? Вот здесь вот. По всему городу, да. Даже вот. Я специально заснял, да? Вот. Блогер, что ли? Да? Блогер? Какая разница, блогер? Бля, нормально разговариваю. Я тоже нормально разговариваю. Блогер, разница. Я постарше тебя буду. Окей, я вообще без проблем. Блогер я, не блогер, какая разница? Мне просто интересно, в чем предъява-то? В чем предъява? Я не еду к ним, они не едут ко мне. Вот и вся предъява. А что у вас вот это за нацистское проявление? Давай тогда пол России выгоним, пол Нижнего. Давай, а что чурбаны здесь делают? Давай чурбанов гнать отсюда. Нет, погоди, давай армянин всех выгоним отсюда, всех узбеков. Ну а что? Подожди. Мы работали, к ним не совались. Так тут все работают. Конечно, все люди, почему все жить хотят. Почему я нету в Москву работать? Почему меня оттуда не гонят? Мне скажут, да ты иди нахуй, ты же нижегородский. А чего? Я да. Откуда ты? Я отсюда. Какая разница, какая моя машина? Я не вижу твою машину. Не, надо ее смотреть. Ты идиотист. Вот я говорю, уже не первый раз и везде. Вот это. Вы тут работаете, да мы тоже работаем. Давай, иди. Я как зовут? И я. Бля, ты что? Нижнего. Откуда? Ну, за Речкой. За Речкой. Давно был? Давно. Сколько? Вот ты сейчас стоишь, прям на нас наезжаешь, я не пойму, блядь, ёмок. Ну, просто уже не первый раз. Кого не первый раз? Вот это... Так вчера то же самое было. Тебя это коснулось? Коснулось. Когда? Ну, вот вчера. Вчера? Да. Ты с каким регионом? Своим. Блин, мне вообще нравится эта тема, короче, мне вообще нравится. Ну, вот это... Тут машину поставишь, здесь не подъедешь. Все, которые я, как говорится... Даже вот, нижегородский, тебе то же самое ну, говорит. Ну, знакомый, как бы я с людьми общаюсь, вот это. Ну, понимаешь, нам сказали, да все мы русские люди. Все мы каждый... Причем здесь каждый приехал. Давай пол Москвы выгоним, тогда скажем. Нет, подожди, пожалуйста, охрана. Сюда приехали, приехали.
И в результате, когда я зарабатывал трешку, выходил, я сейчас поднимаю полторашку, еле. Я так же трешку взял. Так же трешку. В этом проблема, да, ребят? Я в этом проблема. Если тебя все устраивает, съезжает. Правильно? Отбирать на шлеп, почему? Послушай, ты сейчас вот это перед камерой. Да какая камера, я вообще... Ну так скажи, чтоб он убрал этот блогер. Я не снимаю, вот все. Убери телефон, а! Снимай! Ты прекрасно знаешь, что это нельзя. Я тебе не даю разрешения снимать. Что снимать? Ты снял? Я тебе не даю разрешения снимать. Снял немножко. Ну все, давай, тебе хватит репортажа. Ну все, лайки заделаешь. Ну ты что сейчас делаешь? Ну сейчас вот эти люди психанут. Это просто говорю, ну хватит снимать. Вы даже если сейчас психанет, я хуй. Здорово, правда? Ну а что ты идиотизм? Тоже регистратор снимает. Что за идиотизм? Этот дни, этот. Что за привычка? Работа. Ты видишь, сразу закрыл. Не, я просто говорю, ты снял чуть-чуть меня немножко, правильно? Снял, и я тебя чуть-чуть снял. Все, я убрал потом. Ну все, видишь, я же убрал. Да никаких, вы вообще с другим человеком разговариваете. Снял, все снял, давайте дальше.